Феникс Е09Р. Я нахожусь в мастерской, коридор впереди, там где, как говорится, мастерские, где-то квадратов 16, темное помещение, то есть света здесь нет, природный свет только вот здесь, в коридоре, сюда он не попадает. Итак, режим номер первый, 3 люмена. Вот один. Так, ну где-то луч 1,20–1,30 м, слабо выражено, вот здесь более ярко, то есть видно очень размыто, ну какие-то там тени, что-то там, стол можно впереди видно, но явно света не хватает, то есть какие-то работы проводить будет некомфортно, присветить еще можно. Итак, режим номер два. Это 25 люмен. Здесь уже более отчетливо видно предметы. Уже камера выхватывает впереди вон сейф, стол, двери. То есть вентиляция. Здесь уже можно проводить какие-то работы при отсутствии света, но снова тоже некомфортно. Итак, 130 люмен. Режим номер три. Здесь уже гораздо лучше. Луч довольно-таки далеко бьет. Но здесь длина где-то метров, наверное, 12-15 до той двери. Но уже четко видно, что делать, какие-то исследования. Если вы попали, допустим, в совбезе, выключили свет, то есть уже при этом освещении можно читать какие-то документы, подписывать еще что-нибудь. И режим номер 3, 300 люмен, 4 вернее. Здесь уже довольно достаточно много света, хорошо светит, четко видно все предметы, которые находятся даже в отдалении там. Ну и вот турборежим, но он правда недолгий, но вот так вот, если зажать, здесь еще ярче, но особо, как говорится, что-то там яркости не прибавляет. Примерно одинаковый с четвертым режимом. Вот. Ну, что могу сказать. Давайте сейчас пройдем сюда. Здесь квадратная комната. Комната отдыха была здесь. Где-то квадратов 12. Этот, ну, здесь уже видите, если поднять руку, там где как фонари, ну, светильники. То есть уже достаточно светло. Это на четвертом режиме освещения. То есть фонарик очень удачный. Фонарик очень удачный. Фонарик достаточно мощный. Очень будет востребованный в таких ситуациях, когда нужно присветить. Легкий, компактный. И освещение дает достаточно хорошее. Ну что ж, выводы будем делать чуть попозже. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Подводим итоги по фонарику Феникс Е09Р. В предыдущем видео вы увидели небольшой тест в мастерской, где очень темно, нет источников какого-то натурального света, и свет не включался. То есть по заявлениям производителя, первый режим 3 люмена, будет работать около 70 часов, длина, дистанция луча 9 метров, где можно видеть. Но насчет первого режима я не совсем, как говорится, согласен с производителем, 9 метров не бьет, максимум с натяжкой может быть 2, вот. Ну, какие-то работы выполнять, где-то что-то можно присветить, но какие-то работы выполнять им некомфортно на первом режиме. На втором режиме 25 люмен, это уже гораздо интересней. По заявлениям производителя уже где-то 28 метров, ну, железных 25 есть, это точно. Срок работы батареи от одной зарядки где-то 16 часов заявлен, ну, я не проверял, не знаю. Средний 100 люмен, я оговорился в предыдущем видео, сказал, что 30, нет, 100. По техническим данным должен работать 4 часа 56 метров, то есть в 2 раза дальше, чем бьет
25. Но уже, да, при 100 люминах уже достаточно светло, достаточно видно все отчетливо, какие-то предметы и все что-то. То есть уже достаточно освещения хватает, как говорится. 300 люмен максимальный свет. Это четвертый режим, полтора часа, там уже длина луча, где его видно, 91 метр, можно рассматривать какие-то предметы. Ну, тоже я не смотрел, потому что 91 метр, я даже не знаю, где-то надо на улицу выйти попробовать. Но фонарик, даже по своим качествам в этом маленьком размерчике, достаточно хорошо справляется со своими задачами. У него вес этого фонарика 44, в общем, 45 грамм. То есть он вес не обременительный, он будет, я его повешу на ключи, будет у меня висеть. То есть это, как говорится, на подхвате. То есть в любой момент, когда заходишь, где-то темно, присветил, и не надо ничего там, телефон доставать, включать фонарик, в экран включать или еще что-нибудь. Итак, встроенная батарея 800 мАч заявлено. Вот такой здесь разъем Type-C. К нему в комплекте идет шнур. При включении в зарядку светодиод, который находится здесь, горит красным. После того, как батарея зарядилась, загорается зеленый диод. В комплекте идут колечко, которое можно, ну, как бы, за что его вешать на ключи, и два кольца резиновых сальнички, которые уплотнительные. Их надо, как говорится, хранить, не потерять, потому что мало ли, когда придет время поменять эти сальники. Итак, принцип работы. При включении вот он два раза мигнул, значит, это он заблокирован. Все, два раза мы нажимаем, разблокирует. Это он сразу включается в первом режиме 3 люмена. Второй режим, третий режим, четвертый режим и турбо. То есть турборежим включается чуть-чуть продолжительным нажатием этой кнопки, и после того, как он заканчивает работать, он возвращается на тот режим, в котором, с которого вы перешли в турборежим. Если мы с первого переходим режима, значит, он вернется на первый. Чтобы обезопасить себя от включения, случайного включения там в рюкзаке, в кармане или еще где-нибудь в сумке, два раза нажимаем в течение полсекунды на кнопочку, и он у вас мигает и говорит, что он заблокирован. Фонарик, то есть даже если вы теперь нажмете, он просто просигналит о том, что он заблокирован, и включаться режимы меняться не будут. То есть, чтобы его разблокировать, нужно два раза нажать. Длина клинка. О, длина клинка. Вообще уже больной стал. Так. Ну, это, кстати, тоже хорошо захватывают фонарики, какие ножи. Вот. Надо изучать матчасть. 76. Так, 76. А уже там, где крепление колечка, 79 миллиметров длиной, 19,3 миллиметра в этом положении диаметр, и 18,4 вот в этом положении. То есть однозначно рекомендую этот фонарик, он очень компактный, очень классный и хорошо работает. То есть вы видели сами по тестам, от него большего, как говорится, требовать нельзя и ожидать тоже нельзя, но для своих габаритов он достаточно хорош. Как говорится, дети, внуки, семья, хороший нож, хороший фонарик. Что еще нужно человеку, чтобы достойно, как говорится, встретить старость? Поэтому советую рассмотреть приобретение вот такой фонарик Феникс Е09R для бытовых нужд, для карманного. Он очень-очень классно себя зарекомендовал.
Ссылка на где его можно приобрести будет под видео. На этом все. Всего доброго. Пока-пока.